Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 98-м году Котвицкий ставит рекорд. Кончиками пальцев разбивает 2 дюймовых доски. До Дмитрия совершить подобные достижения не удавалось никому. Постоянное испытание себя – то, чему Котвицкий учит в своей школе. Меня спрашивают и мои ученики, и те люди, которые смотрели чемпионат мира, о том, каково мое мнение по поводу этого турнира. Могу сказать так, что этот турнир, пожалуй, если брать его качество, если брать количество стран и саму организацию турнира, выше, чем все турниры предыдущие. Есть одно «но». В режиссерском плане, так как мне пришлось заниматься проведением больших турниров в Питере, в юбилейном, в Москве, на малой спортивной арене, то режиссер, который ставил эту программу, допустил несколько серьезных ошибок. Первое, как специалист в карате, я не понял, что было в начале турнира. То есть была какая-то женщина с очень длинными ногами. Мы еще с Алексеем Межецовым, с трехкратным чемпионом мира, сидели специально на самых-самых дальних рядах зала. И я спрашивал вокруг людей, и никто не мог понять, что же происходит на сцене, потому что действительно было странно, что это такое. Потом выскочили люди с веерами, и подготовка, так сказать, к основному празднику, к выступлению спортсменов, не была показана, то есть не было понятно, что. И когда люди поднялись с флагами, то есть сборные команды всех стран поднялись с флагами на второй этаж, стали ими размахивать, встав у перил, то они, 4 ряда людей, которые купили билеты на этот праздник, полностью выключили от представления, потому что за их спинами не было видно ничего совершенно. Ну и акустика, крайние ряды, находящихся людей в зале, не слышали ничего. То есть колонки, дублирующие звук или сбивающие звук, просто не были установлены. А так как я по роду своих занятий в прошлом, я играл в ансамбле, очень много занимался акустикой, это несложная схема, ее нужно было просто сделать. Этого сделано не было. Это, пожалуй, такие вот ошибки серьезные по именно созданию своего турнира в зале. А так, смею заметить, что были ляпусы, конечно, которые даже сейчас не стоит говорить, потому что это долгий разговор. Так, в принципе, все было организовано на высоком уровне, и честно вам скажу, спортсмены, которые выходили на турнир, в смысле на бои, они были готовы к тому, чтобы полностью оградить себя от промежуточных каких-то моментов, которые всегда присутствуют на чемпионатах. Если брать судейство, практически претензий нет, за исключением нескольких боев. Это также не меня судить, потому что я не главный судья и не судья на татами и даже не боковой судья. И самое важное то, что во время проведения турнира были повторы. Все люди, которые находились за кулисами, так скажем, не зрители, все было освещено внутри. Даже стояли большие телевизоры в разминочном зале, и мне было интересно наблюдать, когда мои спортсмены разминались, как другие спортсмены болели за своих, смотря по телевизору то, что происходит на этом чемпионате мира. Самое последнее, что я хочу сказать, мне было очень обидно, что на этом чемпионате мира, смею заметить, это первый раз в жизни, у меня их было в жизни очень много, первый раз в жизни я увидел, что на этом чемпионате не дали спортсмену кубок. Кубок – это награда, которая стоит у спортсмена там, в доме или стоит где-то в его спортивной школе, на котором написано, что это за чемпионат, выдали просто медаль. Когда я задал вопрос организаторам, почему это чемпионат мира, почему вы не выдали кубок, они сказали, мы стремимся их приравнять как бы к Олимпийским играм. Говорю, когда будут Олимпийские игры, тогда и можно, понятно, это дело делать, но это же чемпионат мира, и люди должны были увести кубок на
домой и показать его другим, и этот кубок, возможно, бы красовался бы где-то, и его бы увидели все. Но этого не было сделано, и у большинства тренеров и спортсменов это вызвало, конечно, недоумение. А так, в целом, чемпионат мира на очень хорошем уровне, и ребята заслуженно получат свои спортивные звания, и, естественно, самое важное звание – чемпион мира или чемпионка. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.